В редакцию ИСТРРФ поступила жалоба от жителей микрорайона Восточный на чрезмерный запах нечистот с близлежащего пустыря. Мы выехали на место событий, чтобы лично убедиться в этом. Мы жители микрорайона Восточный, генерала Белобородова, дом 19, безобразие, антисанитария, люди возмущаются, запах в окна, все из окон, это видно безобразие. Вот, буквально несколько дней назад они там что-то расшевелили, то ли туалеты, то ли еще что-то, запах стоит в квартирах невозможный, и все как бы этим возмущены. Да, так как я проживаю на первом этаже, это невозможно, на улице жарко, солнце светит, окна у нас открыты, и вот эта вонь постоянно, вот, невозможно. Уже не первый день, кстати. Папа больной, инвалид, лежит, нюхает. Что делали на днях там рабочие, мы не знаем, но то, что ни ночью, ни днем открыть окна нельзя, это вот 100%, потому что дышать совершенно нечем. И никто нам навстречу не идет и не знает, что делать дальше. Вот уже вынужденная мера. Вот видите, мы до чего дошли, уже до телевидения. Помогите, мы вас очень просим. Решите нашу проблему. Глеб Голубцов, Николай Бегунков, ИСТРРФ.